собирается в 1/8. В Самаре сейчас работают наши корреспонденты Константин Панюшкин и Дарья Дружина. Константин, начнем с вас. Константин находится рядом со стадионом, а Дарья в фан-зоне. Итак, Константин, как болельщики готовятся поддерживать команды? Алло, ну мы сейчас сами покажем, как болельщики готовятся поддерживать свои команды. Кубок мира, между прочим, Уругвай такой кубок уже есть.